Всем привет. Да, привет всем снова. Так, я включу на всякий случай звук потише. Я надеюсь, то, что сейчас будет нормально слышно Майнкрафт, нормально слышно нас. И не придется делать субтитры, потому что мы над ними возимся уже полдня. Субтитры будут скоро под прошлым видео, под прошлой серией, я не знаю. И надеюсь, сейчас звук не будет отставать. Мы снова играем в Майнкрафт, мы продолжаем. И сейчас наша цель — найти вот это место. Мы очень надеемся, это не нарисовано специально. Нет, вроде эти места настоящие. Ну, значит, мы будем его искать. И типа... Там, потому что озеро с аксолотлями такое милое, и... Короче, алмазы. А наша цель — найти алмазы, говорю уже второй раз. А. Да, кстати, мы играем на демонстрационном мире. У нас нет денег. У нас нет денег. Так, наш аксолотль остался. Привет, аксолотль. Кто тут слишком? Можно я поиграть? Подожди. Я вообще ничего не помню, что мы... на чем мы вчера закончили. Собираем железо тут. Кстати, как вам идея эту рубрику записывать каждый день? Потому что почему бы и нет? В общем... Майнкрафт виснет. Надеюсь, вам... Да, кстати, у нас Майнкрафт виснет, компьютер не очень держит хорошо. Поэтому... Это потому, что у нас уже два приложения открыто. Кстати, мы тут не были. Давай тут возьмем. Давай я покопаю. Я хочу копать. Кстати, половина этого видео я сейчас не говорю. Если вы его не смотрели, то лучше посмотрите. Там половина неразборчивая речь. Извините, это я потому что шепотом для себя что-то говорю. Ну да. Сейчас что будет? Я хочу эту воду закрыть камнями. Зачем? Так будет удобнее по воде ходить. А зачем нам сейчас ходить по воде? Я хочу там прокопать. Я тоже. Может, плав... Аксолотль! Как он сюда? Он такой милый! Вот, забери его, давай! А ты как его вообще забрал? Ты помнишь? Да, он я нажал. F, ты его бьешь так. Я его бью? Да. Пусти аксолотль. Можно F. Аксолотль. О, подожди-ка. У нас разве не было этого стержня? Где аксолотль? В ведре. Стоп! Ты его освободил. Как? Где он? Давай бей! В смысле не бей, а забирай. Какая кирка? Какой сундук? Так, я должен подышать тут водой. Подышать тут водой. У нас теперь нет воды, круто. Зачем нам вообще нужно было... Давай не будем его брать, просто возьмем воду и все. О, можно я покопаю? Как взять воду? А, все. Ладно, не будем на этот раз брать аксолотли. Нет, нет, нет. В принципе, у нас уже есть, так что нам не нужно. Ага. Ты будешь в озеро воду заливать или? Да, буду. Ой, так, это... А что будет, если аксолотль попадет в лаву? Как ты сделал? Ты по камню сливал ее, и она разлилась на все озеро. Поставь не помню, как высокий я... камень, вот этот, видишь? Вот вроде я так делал. Да, я об этом говорила. Сейчас. Как эту воду набрать тебе? А, все. Вот сейчас можно я покопаю? Подожди. Так, посмотрим. Почему-то свет как будто не от лавы. Кажется, там что-то еще есть, да. Да? Да. Возможно, там алмазы. Может быть, там пещера есть? Поэтому мы посмотрим, что там. А как тут пройти? Вот тут камень, можно на нем стоять. Будем сначала копаться вперед. И только потом смотреть. А, надеюсь, мы не найдем алмазы, и они не упадут. Но мы найдем алмазы, и они не упадут. Вау. Кстати, алмазы обычно в самых непредсказуемых местах, я так скажу. Насколько кирка закончится? О, что это такое? Это слоник. О, что это? Это лазурит, как я помню. Ага. Так, там продолжается озеро лавы. Тупик.
Ты воду оставил на случай, если она будет тушить самого себя? Так, я хочу это пока что. Ой. Лава же освещала. Угу. Поставь факел. А то вообще неизвестно, куда ты копаешь, что ли. А, блин. Все, кирка закончилась. Ладно, железо наоборот. Опа. О. Это редстоун. Это редстоун, да. Хотя я не знаю, может какой-то новый блок добавить. Ой, я хочу собрать эти изумруды. Я не знаю, что это такое. Короче, эти фиолетовые штуки. Опа. Так, тут еще железо. Что-то рудник какой-то, я не знаю, как нам делать правильно. Источник в воде. Короче, я не знаю. Значит, где-то тут будут алмазы. Все начиналось с инвестиций. А потом пошло-поехало. Как говорится. Как отсюда вылезти? Короче, тут... А, больше нечего. Вот это уже. Я хочу вернуться. Может, поищем другие новые пещеры? Давай. Так, тут наши факелы. А, кстати, вот здесь уже опасно копать под себя, потому что... Можно? А может, покопаем под себя? Ну, вдалеке этого озера, ладно? Угу. Страшно быть. Ну, вот, пусть. Давай отсюда, да. Если будет предчувствие плохое, то... Так. В какой-то момент начинай копать куда-нибудь в сторону. Алмаз! 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 О, серьезно! Супер везучая. Это все. Покопай вокруг себя. Ага. Скинь зря решить. Ой, тут уже бунгалок. 11-я высота алмаз. Нет, ну типа на 11-й там лучше всего. Но это не значит, что их имена других. Что еще алмаз? Еще алмаз! Круто! Мы можем сделать алмазный. Зачем нужна алмазная кирка? Я не знаю. Может быть! Мы сделаем портал! Бат! Портал! У нас будут адские приключения! Что это было? Что? Я в шоке. Я не могу поверить в это. Mm-hmm. Нужно больше алмазов искать. А, то есть... Больше алмазов. Все, я никогда не делал алмазную кирку. Ой, нам надо еще найти этот, как его, кремень. У нас уже есть. У нас есть? Да. Все. Даже два. Лучшее время, когда мы играем, я думаю. Ой. А, точно. А почему мне за это камень дали? За что, за алмазы? Нет, за верстак. Странно. Короче, выбирайте лучше на свежий воздух. Короче, вверх. Ты сможешь? Верхний мир. Я не знаю. Да нет, просто там недавно. Оно где-то недалеко. А, были эти штуки. Озеро. Вот они. Да? Сколько надо их? 8. Тут еще главное правильно портал поставить. Ага. Он ломается вообще. Там не нужно никакое разочарование, как это называется? Нет, не нужно. О! Он упал в лаву. Что? Что? Что это было? Ты сейчас... А что мне делать? Смешать лаву с водой. Ну да, я... Так. Вот этот можно собрать. Хотя я не знаю, там есть что-то под ним. У нас сейчас кирка сломается, мы не соберем. Они всегда так долго ломаются? Да, Ваня. Две стихии. Мы так много достигли снова.
Просто резко запись остановилась, многое не записалось. Я не знаю, где она остановилась. Я сейчас рассказываю, что произошло за это время. Мы были где-то в пещере, копались, нашли там алмазы. Нашли 3 алмаза, сделали из них кирку, вернулись к озеру лавы, чуть не умерли, пока копали обсидиан. А, сделали... Пытались сделать портал, я не знаю, почему все горит. И видео резко остановилось, я не знаю, как это произошло, что вообще произошло. Я надеюсь, там записалась важная часть этого видео. И, как мы сказали, одновременно какое-то слово я уже не могу вспомнить спокойно. КВМ-войн. Так, там нужно 1, 2, 3 года. 4 высоты? Да, вроде. Ну, странно, что нам их не хватило. Восемь. А, да, значит, все правильно. А их всего сколько есть? 10, что ли? Да, потому что я не умею строить портал из 8. Можно было загуглить. Нужно еще 4. Я бы сказала посмотреть, какие у меня были записи лица. Ну и славно, что нет записи лица. Нам надо стрим проводить. По Майнкрафту. Кстати, история. Никто не был на трансляции, поэтому мы проводили не так давно, ну как не так давно, давно. Трансляцию на ютубе про то, как мы поем караоке по Brawl Stars. В общем, караоке по Brawl Stars. Но его удалили. Его удалили из авторских... А, нет. Я не помню, почему его удалили, что-то нарушение какое-то было. Хотя мы ничего не нарушали. Ну почти. Ну близко. Мы пели песню, радовались жизни. А ну точно не такое должно было. Оно было таким, я думаю. Мне кажется, оно не такое. Оно было подобным. Ух, его делать так просто. Ладно, нам хватит на второе, если. Прекрасно. Я загуглю сейчас. Подожди. А, там будет лава, точно. А чё, ты... Потому что у нас нет рендрагона. А что ты делать собираешься? Так, значит... Собирай вот... Потому что нужно было на один блок выше, я даже там откопал все. О, блин. Что? Да, то, что так получилось. Подожди-ка. А так можно? Нет, скорее всего, это будет как портал. Сделать портал в ад в Майнкрафте. Я не знаю, как. Сейчас вот так попробую. Найди песню. Лад, там, я не знаю. Зачем находить песню? Я не знаю, мне предлагают. Я уже не испугался. А что было? Google отстой. Почему? Да не может найти информацию. Он не выполняет свою единственную функцию. Как сделать? Ну давай быстрее. Все. Короче, вот может так. Реймон Зон, блин. И, во-первых, много времени потратим, как отсюда выйти. Ой. Сору. Почему? Потому что бесит. Надо своим мозгом тогда вспоминать. Да? Угу. Нет, вроде просто там... А, на один блок. Ну тогда ты сколько потратишь их? Так.
Все, набрал достаточно. А, так вот как он делается. Угу, я вспомнил. Ты, может, таким оставишь? Нет, так не получится. 7-8, там 8. Почему думаешь, не получится? Я не знаю, что я неправильно сделал. Может, его надо на обычной земле ставить? Типа, мне кажется, там нужно на один блок, ну, на один блок выше. Это как? Сейчас покажу. Откуда у меня 8? Мне кажется, что он не был таким широким. Да, мне тоже. Да как отсюда выйти? Тем временем у нас осталось 47 минут. Чего, мне кажется, я не вложусь в это все. Ага. Угу. Ой. Да что мы делаем не так? Может, вокруг него должно быть пространство? А, загугли, как сделать портал. А, я не могу. Надо подождать немного, поэтому лучше сделать чай. Наверное, еще надо выше. Зачем выше? Подожди. Да там 10 или... Ой, я обсидиана. Плевать на обновление, давайте мне уже. Как почему это так сложно? Короче, я думаю... Что такое? Это смешной запрос, как сделать портал вам. А я думаю, пока что нам надо... Короче, мы сделаем портал, потом вернемся. Всем пока. Ой. Всем привет, мы продолжаем. Мы будем... Что? Это очень круто. Итак... Ой, прости. Мы не смогли сделать... Я готова плакать. Загрузка территории, что? Серьезно? Мы в аду. Я хочу откопать этих блоков. О, что там такое? Где? Эти штуки. А. Как... Вот такая руда. Я не знаю. А. Лучше не рисковать. Я хочу немного туда пойти. Обойди эту яму в сторону. Там а, так тоже можно. Стоп. Он не... Мост широкий лучше, я не знаю, почему. Я сейчас ступишься, и ты вдох. Ох, блин, у нас нет воды. Как жаль. Там все равно воду вроде нельзя. Воду нельзя ват. Ага. Я думала то, что кровати нельзя. А, кстати, кровати тоже нельзя брать. Они типа взрываться. Угу. Почему? А, потому что нет дня и ночи. Угу. Продвинутое мышление. Можешь тебе снизу взять. Я буду плавать. Может, ты найдешь этот, как он называется? Кого? Назарите, я не знаю. Какой? А который, да, это же ломаемый воду, что-то такое. Назарит его броню себе сделаешь. И не сдох. Видишь? Это что? Это собрать. Может, наверху какой-то. Видишь эти светильники? Из них можно сделать эти. Типа как кровать в аду. Серьезно? Ага. Стоп. Они еще выше. Ах, копайся на верхней проблеме. Подожди. Я не помню, что я хотел собрать, но, короче... Ты хотел вот эти камни собрать? Да. А я как-то не хочу, вот, потому что я такой... Ну, круто, ад. А мы сможем в нем... В него зайти. А теперь такой... А, нет, тут как-то слишком опасно. А можно я тогда? Подожди! А я придумал, как пройти. Пройти куда? А на другую сторону. А. И как же? Вот так. Это было так легко. Ну, я боюсь то, что там будут монстры. А которые же не умрут. А, подожди-ка. А, это хорошо. Тогда весь ад наш. Ура! Грабим ад, пока можем. Только, конечно, там лава. А еще надо быть очень аккуратным. Ага.
А я испугался. Собери друзу, пожалуйста. Рудничок. Так, а что это? Я хочу проверить. Наверное, какой-нибудь адский нарост. Адский нарост, кстати, можно. Адский нарост. Костный блок. А, костные блоки можно так сделать. Ой. Так, там время еще не закончилось? А, нет, еще 7 минут. Прошло только 3 минуты. О, что это такое? Синее. Что? Откуда? Мирные сложности! Никита, главное не потеряй, где мы появились. Где наш портал. Если ты его потеряешь, то это конец. Да, мумка. Я хочу тебе домой. Собери какой-нибудь руды, пожалуйста, пока я не собрал костные блоки. Руда. Вот эта штука. Соберешь? Это слишком опасно. А светильник сделаешь? Он слишком далеко. Можно я тогда попробую? Хочу приключений. Получилось. Я хочу просто домой. Так, в следующем видео мы, наверное, прямо сходим в ад. И много там всего сделаем. Пока... Всем пока. Всем до свидания, всем хорошего всего. Отличного. Ждите новых серий в ближайшее время, там завтра, послезавтра. И субтитров к прошлому видео.